Поговорим с вами о трансплантации органов. Наши центры по пересадке органов с их технологической инфраструктурой и опытным персоналом предоставляют услуги по пересадке почек, печени и поджелудочной железы у взрослых и детей с высокой приживаемостью органов. В наших центрах работают опытные хирурги, трансплантологи, взрослые и детские нефрологи, гастроэнтерологи и координаторы по трансплантации органов. Лучшим методом лечения терминальной стадии органов недостаточности является трансплантация. Какие органы и ткани пересаживаются? Чаще всего на сегодняшний день в нашей клинике пересаживают почки, печень, сердце, легкие, поджелудочная железа, тонкий кишечник, костный мозг, роговица и кость являются наиболее трансплантируемыми органами и тканями. Диабетикам и пациентам с гепатитом группы В и С также может быть сделана пересадка почки. С помощью трансплантации органов продолжительность жизни пациентов увеличивается. В этом помогают наши опытные врачи.